Губернатор Олег Кожемяка передал новогодние подарки и снаряжение приморцам, участвующим в специальной военной операции. Глава региона привез в зону СВО беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры, FPV-дроны, средства РЭП, связи и наблюдения, тепловизоры, маскировочные сети и другое оборудование, а также подарки. Подготовили сейчас к Новому году как раз то, что нужно для всех войск. Здесь 83-я бригада, 5-я армия, 155-я бригада. Безусловно, сам отряд «Тигр» – это и FPV-дроны, это и дроны-разведчики, «Мавики», это средства РЭП. Конечно, это вот наше население, наши волонтеры, даже такие сетки маскировочные. Ну и, конечно, перед Новым годом нельзя не отметить бойцов теми нашими приморскими сладостями, которые выпускаются у нас в край. Поэтому такие подарки для всех наших подразделений. Необходимо выдать. Спасибо. Поэтому от всей души получайте. Спасибо. Также там омегу-3. Груза очень много. Я думаю, что вы его достойно распределите. Да. Все расписано. Ну и с тем, чтобы дальше продолжали ребята нормально служить, а мы будем продолжать обеспечивать вас всем необходимым.